Так, в ремонте у нас Rotex 800, жидкостного охлаждения, немножко раскидал. Значит, клиент попросил посмотреть, в каком состоянии поршня. Вот клапана Rave, клапана, так, значит, смотрим поршень, цилиндр видно задранный чуть-чуть. Так, поршень вот тоже такой не очень красивый. Так, вот здесь поршенек красивее. Так, рейв клапана чистые, видно, что мылось все, вот собрано все нормально, все хорошо. Так, сейчас посмотрим с той стороны через впуск клапана, ой, поршня посмотрим. Так, этот же поршень с другой стороны с задирами, вот они, слишком большой ход, люфт. Там, наверное, до миллиметра. Вот этот поршень хороший у нас. Так, сейчас юбочку сделаем. Вот этот поршень хороший. Так, с клапанами все хорошо. Клапана хорошие, левый, правый. Еще раз показываю, поршню конец. Даже если сделать вот так, то так не получится. Люфт есть, но нужный. Короче, один поршень под замену. Вот, значит, цилиндры. Цилиндры мы посмотрим. Что мы видим? Мы видим хон. Даже кое-где сохранился. Там поршень. Цилиндр без задира. Вот хон виден в рабочей части. Так. Сейчас тут посмотрим. Так, здесь цилиндр с задиром, это под проточку, и поверху, так, здесь крепление двигателя не очень удобно. Так, задиры, сильные задиры. Еще раз посмотрим верхнюю часть цилиндров, вот там видно даже часть головки. В одном из цилиндров хон. Виден явный хон. Цилиндр хороший. Второй цилиндр с задирами. Вот так вот. Так. Раскрутили помпу. Есть небольшие рисочки тут на корпусе. Видно, что помпа шкрябает. Помпа крутится. Все с ней хорошо. Не проворачивается. Так, после долгих замеров в одном из цилиндров компрессия у нас 4 килограмма. Всего лишь. Так, это вот этот цилиндр. Сейчас будем следующий мерить другой цилиндр. Даже пришлось спустить его на пол,
компрессия хорошая. Вот, 9,5 килограмм. Так, мотор у нас. BRP Rotax 800.